Всем привет-привет! С вами Кононова Ираида, Шишкина Екатерина и Марошан Яночка. Никак не могу выучить фамилию, тяжелая. И сегодня мы с вами покажем вам новинки данного каталога. Каталога номер 5. Очень такие хорошенькие новиночки. Это обувь. Та-дам! У всех по одной туфле, потому что я вам сейчас буду крупным планом показывать их на камеру. Ну, во-первых, на маме. На маме сейчас надета туфля. Значит, вот такая вот туфелька. Очень даже красивая, симпатичная. Она называется Невви. Новая технология вязки у этой туфли, да, то есть вот видите, какая туфелька, да, то есть вот такая вот. Мамуль, надевай пока эту туфельку, я показала. Значит, это новая технология вязки, делает данную модель невероятно комфортной, дышащей. Материал легко принимает форму ноги, высота каблуков 5,5 сантиметров. Материал вверх текстиль, подкладка подкладочная микрофибра, стелька эко-кожа, подошва тунит, обтяжка каблуков микрофибра. Они идут от размера 35 до размера 41. Модель темно-синий цвет. Вот, вот такая вот хорошая модель. Мама, как тебе туфли? Удобные, комфортные. Сразу одеваешь и под ногу они... Они тебе понравились, да, мама их хочет носить с синим платьем. Да. Ну все, мамуля, да. Садись. Угу. Сейчас я покажу то, что на девчонках, на наших. Красавица. Да. Да, на наших красотках. Девчонки вообще, в принципе, очень им подошло. Яна сразу выбрала розовую модельку, а Катюшка выбрала голубую модельку. Итак, на Яночке розовая модель. Woman's Slip-on называется. Слип-оны женские, цвет розовый, размер 36, артикул 884-860. Верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. На Катюше то же самое, тоже 36 размер, только они идут голубые, артикул 884-846. Девчонки, надевайте. Так, Яночка. А, вот они такие вот вблизи. Забыла показать, извиняюсь. Вот такие вот они классные вблизи. Мягкие такие, суперские. Тут они приходят с бумажкой. Тут идет вкладочка, это вклейка. Ее можно будет убрать. Вот. Вот такие вот они хорошенькие. Это все вышивка. Тут вставлена резиночка для того, чтобы взъем стопы не давился. Не надавливался, не натирался, чтобы все было здорово. Яночка, забирай модельку. И Катюшкины очень симпатичные. Немножечко, как будто, знаете, чуть-чуть даже такие... Ну, как вот такой блеск такой приглушенный, как его называть? Да, что-то типа этого, да? Так, тут что у нас? Тут ниточка, ну, ее, в принципе, можно вот убрать, да? Вот видите, как все прошито. Очень, в принципе, качественная, хорошая обувь. Катюшка, надевай. Нам обеим это дело очень понравилось. Я считаю, что довольно-таки симпатичная, довольно-таки симпатичная обувь. Девочки, как оно вам? Классно. Круто. Нога потеет, круто. Не потеет. Нога пока не, ну, пока не потеет. Очень плотные такие. То есть ступать очень удобно. Даже если неровная дорога будет, то ага. Ногу не сломаешь. Ногу не сломаешь. Они красивые, приятные. Очень красивые. В общем, вывод, девчонок, ноги не сломаешь. Ура! Так, сейчас на Катерине зеленые слип-оны женские, цвет зеленый, размер 36, артикул 884-853. То есть это тоже разновидность предыдущих моделек. Сейчас я их вам увеличу, и вы посмотрите сами, да, тоже очень так симпатично смотрится. Мне нравится этот оттеночек, и Кате они понравились больше всех на данный момент. Я честно скажу, мне больше всех понравились розовые и голубые, но у нас с Катей никогда вкусы не совпадают, она сама себе выбирает. Ну и следующая моделька, это уже абсолютно новая моделька, это идет Woman's
какая-то там, кеды женские, цвет голубой, размер 36, артикул 884-916, верх текстиль, искусственная кожа, далее подкладка текстиль, подошва ПВХ. Вот, артикул 884-916. Ну что, девчонки, как вам это дело? Все классно. Все классно? Так, как и в прошлый раз. Ну вот, Ян, вот куда бы ты их, допустим, носила? Я бы их вообще взяла на море бы куда-нибудь. На море? Да. Такое, они такие, как морские, такие вот с белыми штанами, что-нибудь такое. Это морская коллекция, да. Ты угадала. Вот. Я тебе ничего не говорила, да. Ты угадала. Ну, они хорошо будут с юбкой, с брюками, да, с джинсами. Да, они всем будут хорошо. Да. Просто вот легкие, классные такие суперские буточки. Вот. Катюш, а эти тебе чем именно зеленые понравились? Я сначала подумала, что они серебряные, но потом они оказались зелеными. Но это не умолило их красоты. Понятно. Как ощущения в них? Нога потеет, не потеет? Пружинят они? Что с ними вообще? Не пружинят вроде. Не пружинят. Но они такие плотненькие. То есть, вот опять же, если там камни какие-нибудь будут по камням идти, то камни они не будут чувствоваться. Ага, нога не потеет? Да, вроде пока нет. Вроде нет пока, да? Пойдемте по 30-градусную жару проверим. Ну, в 30 градусах и к шлепам ноги прилипают, если честно, да? Тут вот так вот. Ну что, в целом мнение какое у вас? Хорошее. Хорошее? А как вы думаете, они крепкие? Надолго их хватит? Ну, вообще, да, подошва крепкая достаточно. То есть не сгибается, если вот так вот выгибать ногу. А в них легко ногу вообще сгибать? Комфортно ходить? Вот, я говорю, что... Ходить комфортно, но они не то, что прям вот как, не вот так вот. Ага, ага, то понятно. Есть именно в меру. В меру, да? Угу. Ну все, хорошо. Значит, понравилось. Прям пятерку ставите, да? Да, шестерку. Молодцы, ладно, хорошо. И обратите внимание, да, то есть на них разные рисуночки, да, то есть видите, на правой одно, на левой другое ножки, да, то есть вообще это очень оригинально. И в глаза не бросается. Да, это в глаза не бросается, и это действительно здорово. Мне вот это вот именно нравится, это сейчас такая мода пошла, да, вот, и компания Faberlic тоже за модой следит, просто супер. Во-первых, черные, да, обратите внимание на черные. Это кроссовки женские, цвет черный, размер 36, артикул 884-867, верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Ну и голубенькие идут у нас. Это слипоны женские, цвет голубой, размер 36, артикул 884-923, верх текстиль, подкладка текстиль, подошва резина. Значит, давайте с вами рассмотрим вот такие вот черненькие вблизи, да, то есть вот они такие вот классные. Ага, Катюша, спасибо, помогает, да, то есть подошва отличная, протектор замечательный, и вот это вот, смотрите, вышивка. Так, а тут что, регулируется, что ли? А, это нет. Чтобы надевать удобно было, да, допустим, это вот петелька. Здесь не нет ни шнуровки, ничего здесь. Как носочек. Да, как да, носочек. Такой. А стелька достается, стелька? Mm-mm. Нет, стелька приклеена. Ну, есть... Стелька приклеена. Все хорошо. Давай, Катюш, надевай. На ноге такой... Ну и вот, вот так, давайте. Как бы тебя видно было еще. Да, теперь вот это вот посмотрим, слипоны голубые. Яна, когда их увидела, что ты сказала? Какая прелесть! Вот так вот она и сказала. Да, то есть вот такие вот так, достается, не достается подошва. Нет, не достается. И они, кстати, пружинистые. Да, они да. Прям вот... Да, в них удобно. Мы подошечка не... такая толстенькая. Угу. Ого, какая тугая. А ты вообще в них ходить сможешь? Подошва сейчас. Просто не гнется, как будто мне кажется. Катюш, на сантиметр дальше. Вот так. Нет, ходите в них очень здорово. И за счет того, что они подошвы резиновые, вот прям вообще не скользят, и нога прям плотно ставится, очень плотно. Ну, в плане, что... Угу. Как вот, ты думаешь, нога в них будет потеть? Ну... Это мы про голубые. Мне кажется, не особо. Но будет немножко, да? Ну, думаю, да. Ну, все равно тепло же будет. Угу. Да. Катюш, ты твое мнение? Ты их сама выбирала, заказывала?
они очень свободные для меня. А, великоваты? Великоваты. Угу. Но мне вся обувь, значит, хоть это и 36-го, они все равно мне великоваты. Великоваты эти, да? Они просто, они все равно, мне кажется, были бы просторными и удобными, в передвижении не стесняют. Но они тебе нравятся. Заказать на 35-й, да? Где это? Какой у меня? 36-й. Угу. А носок вот. Да ты что? Ага. Ничего себе. Ну, так просто тогда покрутитесь. Большемерка. Обе покрутитесь. Посмотрят. Да, это большемерка. Значит, черные берите на размер меньше, чем оно есть. А вот эти вот голубые, они не нормально, да, на тебе? Мне кажется, прям вот. Яна, у тебя свой родной размер ноги какой? 36-37. 36-37. Вот 36, они вот прям, ну, вот у меня палец. Ага. И вот, то есть. Ага. Ян, а у меня тогда к тебе просьба. Примерь Катину одну туфлю. И посмотри. А ты, Катя, Янину одну примерь. Посмотрите, как вам будет. Так не падает. Они очень большие. Очень? То есть вот эта черная модель, это точно большемерок. А вот этот голубой тебе как, Катя? Вот носок вот здесь. А, то есть тебе они как раз. Да. Как раз. Даже великоваты еще немножко. Мне тоже они вот, ну, великие достаточно. Ну, понятно, значит, это 100% большемерок. Очень много места там. Ну, красивые. Да, очень красивые. Красивые. Мама, смотрю, присмотрела. Ну, примеряй, примеряй. Ну, ну, а вдруг подойдет? Мерей, мерей, нравится, так. Ну, давай посмотрим. Если они даже я не велики, то это значит, может быть, даже 38-й размер. Для зрителей, я думаю, имеет смысл показать. А вдруг они тебе... Ничего себе, неужели налезут? Там петелька есть, чтобы удобнее было. Мама, они тряпичные. Я поняла тебя. Я просто этот... А, не ты... зацепила ты этот... Ага. Вот. Сейчас выпрямлю. Ну, в общем, одевать их тебе кажется, что это неудобно. А девочки, а вам удобно было их надевать? Да, ну, за счет того, что они большие. С петелькой. Она, бабушка просто не петельку я в руку не поймать, взяла. Не, Катя, петельку. Помоги бабушке петельку поймать. Она ее там внутрь завернула. Она, да, место есть для нее. А, так тут уже все. Тут надо пятку приподнять. Яна, помогай. Так, еще, вот. Вот, все. Вообще отлично. Отлично? Да, вообще. Ну-ка, даже... надевай вторую, наденешь ли. Еще даже место есть. Да ты что? Да, да, да. Это очень большие маломерки тогда. Девочки, большие. Точно 36? Да. Большемерки. 36, даже внутри я посмотрела, там 36. Ничего, ничего себе, может, какой-то пересор. Я увидела. Я в шоке. На этой, как ее, на... Смотрите, на вот видите аннотация, 36 размер. Не просто это. Кроссовки женские, это ж кроссовки женские, да? Да. Да, цвет черный. Вот это они. Опять вот эта проблема, что... Так ты просто не умеешь их надевать. Конечно. Тебе надо петельку эту взять. Вот. Давай, давай. Так. Девочки, помогайте бабушке. Надо повыше делать. Опа, все. Да нет, отлично. Они у тебя внутрь завернулись, эти нет. Петельки. Ну, да. Ну, они не мешают. Ну-ка, выйди на подиум. Сейчас. Центр, к Яне. Извиняюсь. Вообще хорошо? Вообще отлично. Итак, ничего вот, себе. Место, вот смотри, это. Сам, вот, тут-то даже, вот. Вот у меня палец. Да ты что? Да. И давить не будет ничего? Нет, вообще нигде ничего. Вот так вот. Заказывали 36-й, а они 38-му как раз. Вообще, два нет. Размера большемерок. Да, да. Большемерок еще два размера. И свободно там. Например. Ну, я, конечно, удивлена. Катюш, ну, если хочешь, закажу тебе 35-й, но, скорее всего, 34-го нету. Да, да. И 35-й да, Катя будет великоват. Да, вот 30, это мое мнение. Конечно, да. У нее просто, я уже молчу, что у нее загибаются вот эти места, вот так вот загнулись. Угу. Да, потому что нету а там ноги. Будет? Да, конечно. Вот. На два размера, вот смотрите, 38 носится с удовольствием. Да. Никаких нареканий. Ну что, мам, ты себе будешь брать такие? Да. Бери, бери, подарю тебе. Сегодня у нас, кстати, 8 марта. Всех поздравляем с 8 марта, дорогие. Ура! Мы сегодня кушали роллы, у нас сегодня полный дом гостей. Да, Яночка пришла со своим молодым человеком, но мы устроили девичник, он сидит там один. Сидит грустит. Да.
Слепоны женские, цвет темно-синий, размер 36, артикул 884-930, верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Ну что, Катюш, скажешь? Ты их сама попросила в каталоге, они тебе понравились. Первым делом, что Катя сказала, оптический обман. И действительно, когда мы их смотрим, прямо, знаете, голова начинает это кружиться, да, рябит в глазах, вообще так очень интересно. Я, конечно, не ожидала такого от обычных слепонов. Кать, как ощущения? Будешь носить, не будешь? Велики, маломерок, большемерок? Что? Хорошо все. Они не большемерят, у них удобно, они красивые. А... Ну, мне нравится. Нравится, да? Кожа в них будет дышать? Они тряпичные же, да? Верх текстиль. Ну да, я думаю, будет. Думаешь, будет, да? Просто... То есть ты будешь носить. И, кстати, Катя вот так вот нечаянно вот такую вот кофту надела, смотрите. Из прошлой морской коллекции. Да, так что есть с чем сочетать. Катя эту кофту носит, я не знаю, уже сколько времени. Много-долго. Ну, больше года, наверное, да? Смотрите, кофточка, даже горловинка не растянулась. Какое отличное качество у одежды. Бывают, конечно, у меня нарекания к одежде, но вот именно к этой морской коллекции прошлогодней прям все вещи целые супер. А сейчас, та-дам-да-дам, я хочу показать на Яночке очень супер крутые, красивые, классные босоножки. Босоножки просто великолепные, они мне очень понравились. Я еще их потом покажу на себе. Яночка, вот тут, да, стой и крутись в этом месте. Ага, вот так отлично. Просто нет слов. В общем, читаю. Босоножки женские, цвет золотой, размер 36, артикул 884-909. Верх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, подошва тунит. Ну, сами видите, какие они хорошенькие, какие они классные. Вблизи я вам могу показать такие вот белые. Катюша одну уже надела. Вот такие беленькие я вам покажу. Сейчас я зачитаю их аннотацию. Вот точно такие же, как золотистые, только белые, как вы видите. А, тут идет застежечка, ее можно регулировать и вот таким образом застегивать. Мне вот именно это очень нравится. Как я не люблю в босоножках вот это вот все делать, вы бы знали, да? То есть вот такая вот пяточка. Так, тут что-то колется колючее. Так, я прям пальцем нащупала. Ага, вот видите, немножечко что-то тут. Ну, это просто ноженками подрезать можно, но это, как вы понимаете, не зачет. Так, далее, значит, размер 36. Да, вот такая вот подошвочка. Гнутся они плоховастенько. Но это так и должно, в принципе, быть. Значит, на Катюшке сейчас, на данный момент, Катя... Катя, выйди. Катюша надевает. Вот их сейчас. Я надеваю. Они тебе великоваты, да, я так понимаю? Ну, немного. Немного великоваты. Хотя нет, почему? Или как раз. Ну, вот Яня прям тютелька в тютельку, у тебя ножка поменьше. Вот, у меня вот. Ага, значит, немного. Прогадали. Надо тебе 35-й все-таки брать, да? Наверное. Наверное. Катя, боком встань, посмотрим. Да, да, тебя ножка меньше. Значит, на Катюшке артикул 884-902. 884-902. Ну вот, в принципе, и все, что мы вам хотели показать. Я надеюсь, что это все. Вот, да, остались только мои босоножки. Вот, ну и что? Еще раз всех с 8 марта, наши дорогие, поздравляем, счастья, радости желаем. Мы это видео снимаем прямо 8 марта, потому что 8 марта работал пункт выдачи, и мой муж сегодня, Антон Конов, просто съездил, все забрал. Какой послушный умничка, еще бы он сегодня послушным не был. Вот. Ну что ж, всем пока-пока. Коллекция в целом нам очень понравилась, но мы с вами сами вычислили один очень большой большемерок и осчастливили этим большемерком маму. Бабушку. Бабушку, да. Ну, мне мама, Катя, это бабушка. Вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будем дальше снимать для вас новые полезные видео.